Навесні з'являється багато зелені, ми маємо можливість споживати її у великих кількостях, але віддаємо перевагу тістечкам, смаколикам, особливо тоді, коли ми всі зараз на карантині або чекаємо на свята. І тому ми сьогодні будемо говорити про те, як же налагодити наше харчування і що зробити для того, щоб воно було для нас корисним. Олександр Волжан сьогодні в нашій студії, лікар-дієтолог. Дуже рада вас бачити, пане Олександре. І ми сьогодні будемо говорити про те, що зараз турбує багатьох. Бо сидячи вдома, мало рухаючись, люди мають можливість вже отримати зайву вагу. А це проблема. І особливо жінки страждають, коли вони отримують зайву вагу. Для чоловіків якось це вже не така вже велика проблема, так, не звикли чоловіки про це більше говорити. Але все одно, як харчуватися так, щоб все було в нормі і враховуючи те, що ми ведемо такий спосіб життя саме зараз? Да, ну тема актуальна завжди, тим більше в це час, коли сидять всі люди вдома. Мало действительно двигаются. Плюс фактор такой, что пришла пора весна, и у людей, конечно, не хватает витаминов, не хватает солнца, не хватает многих компонентов, которые весной как бы проблематичны. Но следует не забывать, что нужно питаться правильно, рационально, не забывать действительно о полезных продуктах, которые, в принципе, есть всегда и в наше время круглый год. Некоторые, значит, продукты питания можно использовать прошлогодние, ну, можно, например, использовать капусту. Угу. Капусту можно использовать, в ней, ну, содержится очень много витаминов, она легко усваивается, и ее можно как в сыром виде это потреблять, так и в тушеном, запеченном, квашеная капуста. От квашена, да, так, вот але так. Ж кажуть, коли, наприклад, капуста в сырому вигляді, вона не всім підходить. Да. І дуже багато є дієт, в яких заборонено, да, вживання капусти. Ну там нельзя так сказати, що запрещено. Ну, обмежувати, да, да, максимально. Там, вот самый главный принцип ее принимать можно, но не с излишеством, то есть не сидеть просто на капусте, а просто ее как небольшая добавка к какому-то блюду. Принимать и плюс переносимость организма. Если есть какие-то кишечные заболевания у человека, и там типа вздутие у него или другие ощущения такие, которые у него происходят, значит, можно и отказаться от этого. Тогда ее можно принимать либо в другом виде, переработанном. То есть можно тушеное, да, запечь, там что-то заквасить. Чаще, лучше переносится, конечно, квашеная капуста, и в ней, кстати, содержится больше витаминов, так как она вот как была положена и заквашена, так они все остались в ней. Угу. Они как бы не деваются до самой весны. Поэтому очень хорошо ее употреблять. Ну, кроме этого, не забывать же и о других полезных продуктах, которые тоже нужно обязательно употреблять. Вот, например, морковь свежую, ее сейчас в изобилии много, она хорошего качества. Ее нужно не забывать, что ее нужно потреблять тоже, ее можно тоже и в отварном виде, и запекают люди. Ну, кто как любит. А вот кажут, что морква, да, вона лише тоді для нас корисна, коли вона поєднується з вітаміном. Совершенно верно. Є, тобто вітамін, да, А, який в неї є, він поєднується з вітаміном Е, хороший рецепт – это не забывать ее, конечно, не так просто грызть морковку, потому что толка будет мало, мы же не кролики. Вот, нужно, например, на мелкой терке ее потереть, можно туда с добавлением зеленого яблока, именно вот зеленых сортов, угу, потому что в них много, там каротина много морковки, а здесь много аскорбинки и железа, что повышает и гемоглобин, и все. И для лучшей усвояемости ее необходимо принимать с не очень жирными разновидности сметаны, вот можно сливок, ну, добавлять, как добавка. Можно, ну, салат можно, да, такие, да, добавлять. Да, да, салат очень полезный, и он и для зрения будет улучшать зрение, и, в принципе, для кишечника, для пищеварения очень полезен. А, до речи, теж рекомендують, коли ви готуєте, наприклад, моркву, то її треба не смажити ні в якому разі, да, а пасерувати. Тобто, да, трошечки, да, припускати, да, припустити, чуть-чуть, і, да, отримати отакий от жовтий колір, коли вона вже починає з'єднуватися з тим олією чи з маслом.
на якому ви смажете. Вона дає і цвіт і другим блюдам, от коли готують, або картофель, наприклад, додати її туди, або, наприклад, супа якийсь. От цей цвіт, він дає красивий колір, і плюс, ну, це улучшає состояние человека, ну, как бы сказать, ему нравится это блюдо. И оно же гарно, да, так, оно звичайно возбуждает аппетит, кстати, угу. Вот. Ну, и человеку это легче ему, так сказать, потребить. Так, зараз люди, ті, які виходили з Великого посту, перейшли, вже переходять поступово, це вже з неділі, починають начну їсти жирну. Так, почнуть, звичайно. Да, почнуть переходити на жирну їжу, на м'ясо, на ковбаси, на все, що приготували, на паски, а паска теж вона має таку густину, площу таку. Ну, тобто, насправді всі розуміють, що така їжа буде важкою. Це правильно. І що нам потім треба робити, тим особливо людям, які увесь час харчувалися інакше, а тут вже зараз отакий от стрес для організму. Все понятно. Вопрос такой. Если люди действительно сидели на строгой диете и питались теми продуктами, которые в пост разрешены, и, кстати, не надо путать пост, это не диета. Некоторые не думают, диета, да, звичайно. Некоторые, может, думают, что пост, а я посидел там, покушал крупу, там это, я вот похудею, там сброшу килограммы. Некоторые люди даже поправляются во время поста. Угу. Потому что сидят на углеводистой пище, они там сидят, разрешено же потребление сахара, меда, там, ну, сладких, во-первых, блюд, чтобы быстрее насытиться. Во-вторых, много разрешено хлеб, крупы различные, все. Если их в больших количествах потреблять, то, естественно, угу, человек может и не сбросить вес. Поэтому пост это больше духовное, так, так сказать, чем, хто до цього, да, ставиться, чем пищевая. Отак, то да, навряд чи будуть дуже поправляти. Если человек действительно был на этом, соблюдал этот пост строго, и когда приходит этот праздник Пасхи, и нельзя сразу набрасываться на все продукты питания, которые уже разрешены, как бы. То есть лучше этот переходить постепенно в течение 7-10 дней, не меньше. Угу. Период а такой. Як тоді? Ну я це все одно ж всі вже пофарбували. Паски приготували. Совершенно верно. Значит, в первый день действительно, во-первых, цвет яиц этих крашеных красивый, во-вторых, это праздник, все. Люди хотят кушать сразу. Можно съесть в первый день не более 1-2 яиц. Не более. Угу. Люди же некоторые разных цветов, разных этих, там два десятка наварили. И давай цокаться там. Да. Ну, одно для цвета. Причем, так мало. Очень просто мало. Причем, если человек уже имеет какие-то заболевания, то даже может лучше кушать их только белок. Без желтка. Угу. Вот, ну, если у кого есть проблемы. Угу. Потому что большое количество, это тяжелая пища, может привести к неусвояемости, к перевариванию. И у человека могут быть большие проблемы. А справді такі є проблеми після Пасхи? Ну, да, не, да, да. Не там, просто після Пасхи, після Нового року, да, там після еще, не, ну, и после Пасхи еще Ломоносов говорил царице, что, говорит, после Пасхи начинается прямо мор народа. Потому что много начинают набрасываться на это, пьют излишки, алкоголь, едят, да, алкоголь, можно, еды так много и все такое. Поэтому, и карантин, чем мы же враховываем, что все вообще дома никуда, да. Поэтому угу, все накинутся, будут употреблять. Ну, нежелательно. Там даже нужно выходить постепенно. Вот, например, заварили за яйцо. Яйцо можно, Пасхи можно съесть, ну, половину от ладони человека, вот такой кусочек, не больше, в первый день. Вот, и не набрасываться там на целую Пасху. Там мясо можно? Ну, я же рассказываю, если мясо надо, мясо тоже нужно начинать постепенно. Причем, как ни странно, и как не это, ну, у нас традиция сразу шашлыки с первого дня, сало там это. А вот нежелательно, нужно переходить к такому мясу, как курица, в принципе, начиная с курицы. Нежирная. Нежирная, потом телятина там какая-нибудь такая тоже нежирная. Вот, понятно, молодая. И кроме этого, значит, нужно не забывать, что вот эти остальные сорта мяса, это уже где-то на третий, четвертый день потихоньку надо переходить. Ну, свинину можно аж потом. Да, свинина там к концу недели, а вот такие, как утка, баранина, и это их вообще можно через дней 10, не раньше, потому что это очень тяжелый продукт. Вот если люди, господині, вже закупили собі качку. Ну, пусть потерпят. Ну, нехай трошки пусть пізніше. Пусть положить ее, пусть она полежит в морозилке или там где-то у них похоронится. После этого они ее приготовят. Угу. Это, ну, нежелательно, потому что это очень большая наука. Добре, що ви сказали. Бачите, так, і ще і такий приклад привели, коли люди страждали від того, правда, щоб могли переїсти. Очень часто после начала Пасхи, очень многие попадают с желудочно-кишечными, то есть с холециститами, с почечными, печеночными проблемами, кишечник не справляется. То
есть очень большая, ну, после того, когда было спокойствие в кишечнике, в организме, плавно все это текло, медленно переваривалось, человек был спокойный, тут вдруг он набросал в себя всего, перемешалось это все, оно не сваривается. А может вот что-то пить? Ну, я могу Расскажу об этом. Окрім того, что есть. Значит, во-первых, это праздник, действительно, и пить можно, и желательно, как церковь тоже. Церковь против алкоголя, как такого. У нас, если пить, так это считается водка, там, виски, там, все крепкое. А церковь, как бы, говорит, нет, нужно пить бокал вина. Ну, вот, пожалуйста, бокал вина такого сухого, не какого-то там сладкого, там, это вот именно такого, типа, каберне, там, или, ну, правда, когор пьют, там, тоже немножко сладкий, да, церковное, трошки как бы, вино, да, есть, но не больше бокала, как бы, советуют. Потом надо не забывать такой, значит, продукт, как рыба. Вот ее нужно тоже, можно употреблять, пожалуйста. Так можно спочатку вот курицу, рыбу да, взять, вот неплохо так, бы а с потом этого начать, уже и потом переходить. Да, причем рыба нежирных сортов, вот такая, чтобы была, типа судак, там, щука, там, ну или что-нибудь такое морское, но нежирное. Для того, чтобы, опять же, лучше в каком виде? Не жареном виде. Вот все эти продукты, что я сказал, их лучше всего в духовке запечь, либо на пару, там, либо где-то в микроволну. Способ приготовления любой, но лишь бы не жарить. Чтобы не было, опять же, излишков жиров, потом, чтобы не были эти жирные это самое, продукты, еще добавленные жиром, который при жарке он переходит в различные вещества, кетон и так далее, которые очень вредны здоровью так. А если человек еще отвык уже от этого, ему сразу нагрузка такую дать, ему будет очень нехорошо. Ну так, а зараз же есть теж диеты такие, особливо сучасні жінки, вони використовують безцукрову дієту, п'ють менше кави без кофеїну намагаються, ну, так? Да. Ну, тобто переходять на еко, взагалі на еко-життя, так? Є таке, є багато всього цього. Ну, да, да. І тоді виходить, що людина, наприклад, поступово переходила, на свято все одно ж хочеться з'їсти чогось такого особливого, і такі збої можуть бути в організмі. Да, треба, кстати, про це пам'ятати. Хотіла ще сказати, що от колбасними ізделіями не стоїть с самого начала сразу на них налегать, потому что это вот самый последний продукт, который можно потерпеть и там неделю, и две, и потом уже потихоньку включить ее в рацион. Угу. Потому что там тоже, и не забывать о всех этих веществах, которые консервированные, которые это, если салаты делает человек, то пусть он применяет там растительное лучше масло, или нежирную сметану немного, значит, можно это для нагрузки. Потому что кисломолочные продукты очень хорошо. Даже вот с кисломолочных продуктов лучше бы и начать, но никто этого не делает. То есть хорошо бы начать кефир, там, йогурт, творог, там, вот как бы так. Ну, кто же это на Пасху будет с кефира начинать? Ну, вот каждый захочет что-нибудь такое. Поэтому переходить плавно, и все нормально. Не забывайте о зелени. До речі, зараз скільки зелені, якраз хотіла вам сказати, що от редиск, огірочки, скільки всього зараз є, молода капуста, і авокадо ж люди зараз теж звикли їсти, багато їдять. Ну не забувати же таких простих продуктів, які є вокруг нас, то есть це і петрушка, це і укроп, це і многі, я не знаю, там, ну ще є черемша, наприклад, там, ну дуже багато, це і зелені потрібно побільше, ці салати, і заправляти їх растительним маслом небольшим кількістю, любим, кукурузним, там, подсолнечним, ну, оливковим, там, понятно. Пане Олександре, ну, от я завжди дивилась на вас і думала, як ви так добре виглядаєте. Ви справді їсте от все таке свіже? Ну, я стараюсь, да, от сейчас огурці, редиска, і много черемши, там, много... Все, лук зелений, от теж. Зелена цибуля, чесник. Чеснок зараз от хороший росте, такий вже на участках, він вже вирос. До речі, кажуть, що ось ці бактерії, які є у нас, і дуже їх багато, от перша боротьба з ними – це чесник, може, імбир там, так? Чи справді це є? Ну, це, як би можна сказати, совсем на вирусы они не действуют. На вирусы не действуют, ну, так? То, да, но то, что они добавляют действительно организму витаминов много, и плюс они фитоцитами являются, то есть которые убивают бактерии. Бактерии все. Убивают. И плюс то, что вы говорите, имбирь там все остальное, это они повышают иммунитет человека. А причина какая коронавируса? У кого слабый иммунитет, у кого слабее, тот, у кого сильный иммунитет, он просто... У него выявляют этот вирус, и он просто потом, так сказать, проходит без, ну, можно сказать, бесследно. Ну, или с маленькими симптоматиками. А у кого-то он слабее иммунитет, значит, у него тогда будут всякие тяжелые осложнения, там, легочные там, формы или другие. Поэтому, в принципе, это очень хорошо, нужно поднимать свой иммунитет. Так, если иммунитет поднимается, значит, организм борется, все это будет хорошо. Теперь наостанок хочется почути від вас побажання все ж для тих людей, які готуються вже до свята, так? Ну, я, значит, хочу пожелать, как сказали,
ну, чтобы эта была Пасха прошла весело, в кругу семьи, радостно. Не нужно подвергать себя опасностям, выходить где-то там в массовое скопление людей, чтобы не, это, ну, не усугубить этот праздник, потом еще с заболеваниями родственников, близких людей. Потом, чтобы это праздник был, чтобы были у вас на столе праздничные блюда, чтобы этого не забывали о салатах, о весенних, о чем мы говорили, чтобы вы не забывали о красивой, значит, Пасхе, которая будет. И, значит, чтобы умеренно вы питались. Плюс там еще забыл сказать, нужно многократно питаться. Не один раз есть и употребить все и сказать, фу, я отползаю, уже не могу. Тут именно надо через каждые там 3 часа можно еще раз чего-то, потом через 2-3 часа еще чего-то. Ну, одне яйце, ви ж сказали, примеру, да, один там, спочатку, да, потом потім там где-то друге яйце, да, 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 вже ввечері. Да, 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 да. І поэтому, щоб це прийшло, принесло радість всім родственникам, друзям, с которыми вы сможете быть, с кем вы находитесь в этот день. Пусть это карантин, пусть это, пообщайтесь с ними по телефону, по видео, вот, ну, как-то приносите радость, и пусть эта Пасха будет вам только полезной, и красивой и радостной в вашей жизни. Принесет вам радость. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Насправді дуже багато цінних порад. Почули все, що нам потрібно. І, звісно ж, треба коригувати те, що ви їсте, як ви їсте, з яким підходом ви ставитесь до їжі, до вживання їжі і в свята, і на кожен день, звичайно ж. І хочеться, щоб всі ми були здорові. Вам теж бажаємо міцного Спасибо. Здоров'я. Ну і сподіваємось, що ви ще прийдете до нашої студії. Обязательно. Спасибо. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.